Добрый день! В ноябре к нам на интенсивный курс приехал Дима. Дима – очаровательный двухлетний малыш, который интересуется разными игрушками, любит играть самостоятельно и очень физически развит. На месяц интенсивной работы было поставлено несколько целей, основные из которых мы покажем. Главный приоритет для Димы – это развитие навыков коммуникации. Для начала мы выстроили сотрудничество с Димой, предлагая ему разные игрушки и активности, присоединяясь к игре, создавая ситуации, где Диме необходима помощь, и он захочет обратиться за ней ко взрослому. Далее мы начали последовательно развивать навыки коммуникации. Оранжевый, зеленый. Дима быстро понял, что чтобы получить желаемое, нужно протянуть руку или показать свое намерение другими жестами, понятными партнеру по игре. Поэтому мы начали присоединять их жесту, просьбу, взглядом и вокализацией. Для этого мы играли с Димой в короткие сенсорно-социальные игры и активности, где были построены паузы, чтобы Дима мог проявить инициативу к продолжению взаимодействия. На основе развития навыка невербальной коммуникации стало возможным начать тренировать Диму повторять простые звуки за взрослым, что в перспективе перерастет в вокальную просьбу. Боль! Классно! Занятия с Димой проходили в игровой форме, что является наилучшей формой для обучения такого маленького ребенка. Имитация – еще один навык, который Дима осваивал. Он научился повторять действия с предметами при выборе из двух-трех, а значит, стал более внимательным. Молодец! Ты круто постучал! Как и все дети, приезжающие к нам на интенсивный курс, Дима посещал спортивные занятия. Вау! Круто! Еще раз. Давай! Два! Вау, ты силач! Класс! Специалистам Центра Мозаика было очень приятно работать с Димой и его родителями.